Экипаж Ноябрьской госавтоинспекции наблюдает за участком проезжей части, где запрещено совершать обгон. Одна иномарка привлекла внимание инспектора. Издали показалось, что автомобиль проехал по встречной полосе. Не обгон пошла, я объезжала. Встречная полоса нет, я не пересекала. У девушки не оказалось страховки, поэтому ей все же пришлось пройти в патрульную машину. Инспектор оформил на водителя штраф 500 рублей. Другой автовладелец не поставил на учет машину. Наказание оказалось куда серьезней. А первый собственник снял ее с учета. И получается, а мне выписали 5000 штраф. Автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками виден за километр. Сейчас водители проезжают участок дороги без нарушений правил обгона, но так бывает не всегда. В первом квартале текущего года к административной ответственности только в Ноябрьске привлекли 44 человека. В нескольких случаях рискованные водители спровоцировали аварии, в которых пострадали и погибли люди. На загородной автодороге произошло 2 дорожно-транспортных происшествия в текущем году, в которых 2 человека погибли, 6 человек травмированы. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. По всему округу количество нарушителей правил обгона в этом году выросло на 35%. За выезд на встречную полосу наказали больше 1000 человек, оштрафовали на 5000 рублей. Злостных нарушителей лишили прав до 1 года. Руслан Чупанов, Роман Лузанов. Времени мало. Ноябрьск.